Еще одним объектом, который посетил Александр Беглов в областном центре, стал Ивановский государственный энергетический университет. Сегодня это не просто один из старейших энерговузов в стране, но и крупный научный, образовательный и производственный центр. Настоящая кузница кадров. Александр Беглов посетил лабораторию университета, встретился с молодыми учеными, побывал в аудитории, которая является полномасштабным тренажером АЭС. Таких учебных площадок в России больше нигде не встретишь. Это модель реально действующего блока Калининской атомной электростанции. Около 10 лет назад на предприятии меняли оборудование. То, что демонтировали, передали Ивановскому вузу в качестве тренажера. А потому у студентов есть возможность изучать принципы работы АЭС не только в теории. Вот когда человек приходит на станцию и никогда этого не видел, естественно, ему трудно сориентироваться, ему надо как-то, говорится, ко всему этому приспособиться. Здесь он на протяжении учебы он имеет возможность пройти какую-то практику, ну что-то научиться делать, понять, как все это взаимодействует между собой. Поэтому, естественно, когда он приходит на станцию, он эту подготовку на блочном щите управления проходит гораздо быстрее.